территории появилась новая зеленая аллея, вернее, целый парк молодых деревьев, посаженных сотрудниками прокуратуры. Столь необычная акция прошла по инициативе сотрудников Ужской межрегиональной природоохранной прокуратуры и приурочена она к 300-летнему юбилею ведомства. Первыми вооружились лопатами руководители двух прокуратур – Тверской областной и Волжской межрегиональной природоохранной. Сергей Лежников и Александр Илюшин высадили вот такой саженец дуба. Это у нас первое посаженное в честь 300-летия прокуратуры дерево. Дуб, как символ. Вам доводилось до этого сажать деревья? С такой компании нет. В компании сотрудников, коллег, подчиненных, да? Да, первый раз. И как ощущение? Прекрасное ощущение. 300 деревьев мы должны сегодня все высадить в честь 300-летия образования прокуратуры России, которое будем отмечать в январе месяце следующего года. Место для высадки деревьев согласовано с администрацией города. Берег Тьмаки в самом центре Твери. Это излюбленное место отдыха горожан планировалось озеленить. Так что весьма кстати пришлась инициатива Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры. Любое хорошее дело исторически всегда сажали деревья, аллеи в память чего-то, во знаменование чего-то. Вот у нас в честь 300-летия прокуратуры появилась такая идея посадить 300 деревьев. Разбить парк, во-первых, и дело хорошее сделать, и экологическое такое событие серьезное в регионе будет, жителям радость оставится. Ну и память о прокуратуре, дубы посадим, чтобы еще 300 лет они как минимум здесь стояли и символизировали, скажем так, стабильность, мощь нашего государства, нашего органа прокуратуры. Теперь берег Тьмаки в центре областной столицы будут украшать дубы, клены, плакучие ивы и большая березовая аллея. Кстати, среди этих деревьев есть именное. Этот дуб посажен в честь первого Волжского межрегионального природоохранного прокурора, госсоветника юстиции третьего класса Виноградова Валерия Павловича. Он создавал прокуратуру, а мы ему помогали в этом деле. То есть этот дуб именной? Именной, да. Сам Валерий Павлович Виноградов приехать в Тверь не смог, но обещал обязательно навестить новую аллею и полить именное, посаженное ветеранами прокуратуры, дерево. Природу надо беречь, особенно в настоящее время. Это главное у нас вообще, конечно, и в стране, и в мире, это сохранение природы. Сегодня природа объединила сотрудников двух прокуратур, членов их семей и студентов юридического факультета ТВГУ. Вот таким дружным коллективом сотрудники серьезного ведомства подарили областной столице новый парк, в тени которого через несколько лет сможет отдохнуть каждый горожанин.